Всем привет! Вы на канале Интернет и Деньги. Сегодня выводим денежку из экономической игры Scam Game. Работает она уже месяц. Некоторые разделы были в разработке, но уже их добавили. Давайте покажу вам, как это выглядит. Вот наша игрушка Scam Game. Интересное название. Суть игры: вы можете внутри игры участвовать в хайпах. Это то же самое, как покупать персонажей. Ну и, соответственно, на этом зарабатывать. Теперь давайте перейдем в кабинет, немножко напомню о том, как здесь играть, каков сам процесс, и покажу вывод средств. Итак, переходим в кабинет. У нас есть внутренняя валюта, называется она S-Coin, то есть Scamcoin. На сегодня один Scamcoin это 102 рубля 80 копеек, ну или 1 доллар 60 рублей. Центов. Минималка для выплаты здесь 30 рублей, у меня как раз хватает. Позже покажу выплату, а сейчас напомню, как зарабатывать. Вот здесь в разделе поиск хайп, переходите в данный раздел, и тут вот есть выбрать тарифы. Кстати, будут и другие, в скором времени они будут открываться. Давайте перейдем на пока что доступный. У меня, как видите, куплено 2. Тариф старт дают за регистрацию, а тариф эконом я уже инвестировал и купил. Ну и, соответственно, можно покупать больше тарифов. В общем, здесь у вас будет кнопочка «Пополни баланс», покупаете тариф, и дальше просто будет кнопочка «Собрать». Собираете прибыль, из которую сможете выводить. Давайте я это сделаю. Собираю прибыль. Баланс у меня для вывода, как видите, увеличился. Кстати, по поводу разделов, которые были в разработке. Это раздел «Магазин». Здесь теперь есть товары, которые можно покупать. Например, удвоение тарифов. То есть ваши тарифы будут приносить вдвое больше прибыли. И также есть автосбор прибыли. Это тоже можно купить, потому что прибыль необходимо забирать каждые 24 часа. А если вы это не сделаете, то у вас просто прибыль далее не будет начисляться. А вот такую штуку вот можно прикупить. И также уже добавили раздел серфинг, он уже активный. Вот видите, есть серфинг, две странички, можно зарабатывать. Серфинг, кстати, идет на баланс для покупок. Ну что ж, теперь давайте перейдем к выводу средств. Переходим в соответствующий раздел. Выводить можно сейчас на Pair, на Visa, на Perfect Money и Bitcoin. Так, сумма у меня уже прописана. Валюта, пускай будет рубли, можно, как видите, выводить и в долларах. Кошелек также у меня прописан. Перед этим вам необходимо также будет зайти в настройки и сохранить ваши кошельки. Сейчас я пропишу свой платежный пин-код. Все, я все сделал, теперь я могу вывести средства. И как видим, здесь написано, что будет зачислено 34,88. Ну, конечно, будет комиссия, думаю, будет немного меньше. Так, нажимаю кнопку «Вывести». Ваша заявка на вывод принята. Ожидайте подтверждения заявки и выплаты на указанный кошелек. Максимальное время на вывод средств 48 часов. Выплаты у нас ручные, так что давайте поставлю ролик на паузу и подождем выплату. Только поставил на паузу, обновил на всякий случай Pair, и выплата пришла инстантом. Давайте перейдем в историю заявок. Как видим, вот моя сумма и статус выполнена. Переходим на Pair. 32.82 с учетом комиссии. Откроем. Scamgame.com EuroPayment, то есть выплата из Scamgame. Так что данная игрушка платит. Ссылку на нее оставляю в описании. Ну а вы были на канале Интернет и Деньги. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.